Международное автобусное сообщение в регионе приостановлено с 16 марта. С 19 числа продажа билетов на межрегиональные рейсы ограничена. Из-за карантина, объявленного 28 марта в городе Нур-Султан, движение автобусов в близлежащие населенные пункты столицы также приостановлены. На сегодняшний день в области перевозка пассажиров осуществляется по 29 маршрутам. Из них 9 в город Петропавловск и населенные пункты, а 20 – внутриобластные районы. Согласно введенному карантинному режиму, автобусные рейсы будут сокращены. Количество автобусов на пригородных маршрутах было сокращено на 32%, с 81 единицы до 55. В связи с усилением карантинных мер в Султане 28 марта пригородные сообщения полностью приостановлены. Ограничительных мер временного характера регулярные межобластные автобусные сообщения будут приостановлены. Движение автобусов по международным и внутриобластным сообщениям будет сокращено. С объявлением карантина в столице движение поездов было приостановлено по 7 направлениям. Маршрут в Атырау приостановлен. Кроме того, сократилось количество поездов по направлениям Актобе-Боровое, Кызылорда-Петропавловск. В настоящее время ежедневно курсирует только поезд Костанай-Караганда. Что касается воздушного транспорта, авиарейсы в Алматы и Нур-Султан также приостановлены. Сейчас, на данный момент, летают только рейсы по направлению Ахтал-Кукштау, но и то с вводом карантинного режима в Акмолинской области с завтрашнего дня, скорее всего, эти рейсы будут прекращены на неопределенный период. Также аэропорт принимает все необходимые меры, чтобы недопущение распространения коронавирусной инфекции. Все сотрудники аэропорта обеспечены масками, средствами индивидуальной защиты. В здании пассажирского терминала установлены санитайзеры. Стоит отметить, в соответствии с постановлением, провожающим и встречающим пассажиров запрещено заходить на территорию станции и аэропорта. Зарина Дюсекеева, Ердогуль Дадабасқызы, Дархан Сагын, Абайтулеген, Кокша Ақпарат.